Лок поставь в шкаф. Все. Я с X2 себе не менял, добавим, но мне череп на меня поставила и сказала, что на мне жгучее пламя. У меня тоже ДВМ с X2 стоит. Да нет. О, как бы лежит, кушай. Вот таймеров, да, у меня тоже нет. Поэтому Войт отходил куда-то. Да я ничего не писал. Все здесь. Вот даже на рыбу успевает. Катку по друидам. Все, срез вроде все готовы. Поехали. Вытягивай.
Чтобы миризону не откидывал, надо в красном кружке в боссе стоять. Так, иди набивай поезд. Там уже элементарь. В Элема играем. Не таун, Тицион. Значит, на полу, да. На танке, если еще метка была. Отдал 50 на 50. Два БРа есть у вас. Где ману взять? Нечаянно. Нигде не взять. А, понимаю. Ты без маны. Без холи пала тяжко. Ну вот, поэтому Женьку надо эту залупу танчить. Не, придется себе это все делать, Женек. У него вообще легко, у него агронабор, ЛПшка в одну цель идет. Стоишь на месте, дрочишь. И как бы эрдрузить не нужно, на самом деле. Буксал, у тебя спех есть? Да, 100, 210. Вот, с собой пойдешь. Угу. У тебя гроб больше у ДК, блядь. В 1000 раз. Дима. Я так и не понял, это я что-то тупанул или у меня мана и должна была в ноль слиться? Кто, боксол? Да. А что ты делал? Стоял под боссом, хилил, и просто мана раз и в ноль села. Не ну, из-за того, не что я по мане просел, а ее высосали. А, то есть она еще и не резается. Ладно. Она не резается, мана, ты что? Да, и залить не получится. Я знаю, как залить. Ну я по инеру понял, я не прикинул. СС даешь на паладина, на артстайла. И когда мана кончится, два друида сдают два инера в хила, которому надо залить. И после этого мгновенно кидает артстайл диван. Потом встает, там продолжает бить. Вани ресается от инера мана. Да, если честно, в холипале ну, нет такой потребности. Холипал просто кидает метку на танка и бьет желтой джагой и бьет в миле под желтой печатью. Там пипец резает здоровье. Плюс у меня тотем стоит.
Ну вот это то, что я сказал, на хэме 25-ке пригодится. Ну да. Найс тактика, если что. Может, сэску... СС по хилам. Ну, в смысле, мне не надо, у меня вставалка есть, значит, по войду. Можно по артстайл. А, не, у нас один СС, значит, по войду. Хотя, подожди, СС тогда на артстайл, он же сделает диван, если что, зальете в войда. Все. Я думал, почему-то у нас два. Ну, ладно, сейчас, типа, да. Все. Пламя в трусы, темное сокрушение, в квадрат бежим. Правильно? Какое пламя? Пламя вообще просто сбивать надо. Метка безликого влево. А, метка безликого называется, все понял. Мусор пихаем, мусор. Значит, я готов, давай же. Так, сорнитовые пары опять умирают, ребята. Сорвал. Двигайся. Отвести его должен еще. Женек, 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 давай, двигайся, двигайся. А. Куда? Да, просто он отвести там, где он стоял, а потом подойти и сделать два шага вперед. Все. А Макс сдох, смысл? Минус два. Ну и у нас была бы эра. Давайте, нечаянно в Квейзера буксола, верно. Меня что-то залагало еще, какого-то хуя, блядь. Не вставайте, пока не упадете. Там ману прям не сливайте на меня. Сейчас что-то он прям вообще ебанул. Вот подхил. Молодец. Войд нас держит ману как раз на фазу. Как ты срываешь, ты, блин? Вроде 100% показывает. Да не срывает он. Он просто переключает, делает косты свои. А-а-а.
Там через 10 минут подойди чуть-чуть, я истерию дам. Слышишь меня? Да-да. Если я не достану до тебя. Сейчас скажу, когда. Все, можешь подходить. Еще. Все, можешь отходить. Сейчас элементаль. Ты на нем агро должен набирать. Так, все, сейчас бросаем босса. Женек, давай элементаля. Где он? Вон он. Следим за меточкой. Отходим. Летит. Не отошел. Метка. Сдох как мог. Ну все, как только они умирают, недостаточно в РДД людей. Да. Так что все, ложимся. Поэтому надо делать изи-мод до тех пор, пока не сделаешь ачивку тенефобия. Ну как есть тенефобия, значит можно ХМ делать. А что такое тенефобия? Это значит не поймает соплю. Ну давайте обычно убьем. Нет. Или чё? Нам легче этого рейда именно хэм нужен. Что? Хэм. Короче, будем хэм дрочить, да? Да, еще минут 30 побьем, если не, не срост, делаем изи. А почему маг сдох? Агро там стало? Агро сорвался. Блять. Во второй раз он умер уже, потому что так получилось. Там не критично. А получается, что элементаль стоит дальше босса, и чтобы по нему попасть, нужно ближе подойти. И в этот момент, если метка появляется, не успеваешь отбежать. Ну так и босс в этот раз раньше, дальше чуть-чуть был. Трога на пупа, когда не забываем. Вот именно из-за таких ситуаций, когда босс там дальше, элементаль дальше, вот эти метки вас ограничивают. Поэтому я говорю, уберите их. И начните свободно мыслить. Ну, если все сообразили без меток, то вот, в принципе я не против. Они, ну, адекватно уже все. Ну просто вы, ну, вы сами подумайте, вы же люди, вы же не обезьяны какие-то, которые учат там по программе действовать. Вы же свободно можете мыслить творчески. Потому что босс, получается, стоит ближе элементарь. Я про это и говорю. Нужно просто чуть-чуть босса передвинуть и элементарь, чтобы свести их в кучу в одно место, Женек. Да, его, чёрт, куда передвинуть? Смотри, когда элементарь появляется, ты этот... босса чуть-чуть проводишь, вот как сейчас, когда Макс агрил, чуть-чуть нужно будет шаг назад сделать, шаг вперед потом. И танчить им элемент, чтобы босс чуть-чуть отошел, а ребята подошли. Ну или как вариант, тебе нужно как бы выровнять их на одном уровне. Я просто, у тебя опыта не так много. Поэтому я тебе предлагаю вариант попроще. То есть, чтобы это когда элементаль вылезет, да, нужен? Да. Хорошо. То есть ты чуть-чуть проведешь его буквально на шаг в сторону двери вот этой, которая закрыта.
Ну это назад, в смысле, да? Угу. Ну я понял. Принеси. Кушаем. Бля, что нет ни у кого свитка на стамину, что ли? Нет, в прошлый раз целых две штуки на ауке было, я что-то купил их. Сейчас не знаю, даже не заходил. Да у меня на престе есть профа, но я надо заходить, делать, скидывать. Да что-то престол был так жопой живой, а теперь все такие бах. В литературе не ходит, Келлини не ходит. Ну, а, я своим престолом не играю, потому что я... У меня прист есть. У меня 211 ДЦ уже, прист. Ну там, давайте, что-то не хватает. Каска. Женек, ты тоже не забывай, что твоя ЛПшка очень сильно поднимает агро, поэтому ты можешь делать ЛП, ЛП, потом обновлять ЛП, ЛП еще, да, типа, чтобы быстро агро набрать. У тебя Омин есть? Что есть? Нет, Омин. Нет у меня нихуя. Чего? У меня рекаунт на полэкран. В рекаунте, да? По-моему, нету такой возможности. Да есть, в скаде, угроза, сейчас я. Вот, все, я открыл, угроза в скаде. Вот, угроза в скаде открой. У меня просто ноутбук затрочен. И все. Там не столько ему надо это смотреть, сколько тому, кто срывает. Да нет, я все поставил на угрозу сейчас. Я думаю. Ладно, что, все? Нет? Кстати, вопрос, по элементалю можно звездопад прожимать? Да. Да. Все, звездопад, как только элементаль появляется, звездопады можно нажимать, все, зеленый свет. Что, идти нет? Давай, все кто. Я просто себя проверял. Ебать ты его вращаешь. А я истерию давал, Хантон не подошел. Руки давай. Ну да, кстати, они примерно одинаковые. Ну вот, все у меня показывает. Я на первом месте, Арстайл. Вот, нечаянно. Маг, сука. Я, короче, если что, скажу. Маг, пускай сам смотрит. Ты агро набирай. Нечаянно. Да не, я прям себе на поставил, прям перегибало. Просто нахуй танчить это, блядь, я хуй знаю. Какое себе дело? Здравствуйте. Что, вы в рейде сейчас? Да, у нас старт. Пойдет. Понял, извиняюсь. Лок 83%. Я вижу. Я ебать.
Что, мне истерию можешь на элементале оставить? Оставь пока. Хорошо. Можешь на роботы. Ну, вообще на ханта было лучше. На ханта. И, короче, хант подойдешь там. Я скажу. Собирается. Так, готовимся. Да, звездопад можно давать уже, наверное. Так, вот, это, Эльвин на... Ребята, делаем шажочек вперед. Хан, подойди. Я не достаю, Хан. Блядь, где дороги он? Дай, ну ёбаный покос. Ты агро набирать должен, блядь. Смотрите за агро на элементале сейчас. Ближе, что ли? Караван, что ли? Ты чё, куда ты повёл? Ой, там пишут, подведи элементарь. Не, не ты надо нахер. Упади, ну, упади, уходи. Сейчас убегайте быстрее. Стойте подальше, тогда он подвёл. На максимальной ренже стойте, пожалуйста, от босса. Так, все, сейчас главное не лутать вот эти вот сферы. Нечаянно. Вот. Сейчас он плюнет. И дает этот. А, вот, сейчас нечаянно, когда этот пройдет. Вот сейчас БР давай. Раздал, да? Я не знаю, какого почему молодца? Мы стоим посередине, а сбоку вообще. Это слакер. Я пойду, буду бегать с ними. Что там по мане? Это нормально у вас? Буксол ханта. Да заебись, бейте уже, блядь. Да мана не хватает мне. Лока лучше, если мана будет. Он больше таскает. Да не, я-то могу подхилиться, если... Подхиливайся ударом, и все. Хорошо. Дебаф еще 2 минуты. Так что нельзя попадать. Сокрушение. Я сам пока поподхиливаюсь. Я вниз дыбку прожму, короче. Нормально. Да у меня 40% маны есть. А, ну все. Метку отдам. У меня тут есть, короче. Да вообще ничего сложного за хила, хуй знает. Бля, у ДК сейфов пизда просто, если честно. Упс. Трес сложился. Ну я-то встану. С меткой зачем? Хорош, 400 тысяч. Женек, фул прожимочки, пета сожрешь, боксол добьешь, надеюсь. 300 тысяч. Под сокрушение не попадите только. Давай, 200 тысяч, докастовывай в этой хуйне. Там агро хуй догонишь. Вон лужа, давайте, ебать. Метка, глыба, блядь. Ну сбить. Вы чё, угораете что ли? Сбить сложно было.
Ёбаный в рот. Расслабились. А все ага. Почему? Сокрушение можно смотреть внимательнее, блядь. Ханты, локи, блядь. Вот это. Вот сейчас я скажу, блядь, вы послушайте, блядь. Сокрушение летит в то место, где человек стоял в момент, когда на него повешался черепок. Прям под ноги ему летит. Там будет эпицентр взрыва сокрушения, блядь. Радиус 12 метров. Отбегаете 15 плюс метров, и все будет. Вы смотрите, черепок повешался, значит там сокрушение. Глазки-то раскройте. Оно шотает. Элементально стакал на рейде плюс к темной магии урон. Оно шотает вас. Живым рейдом интереснее играть, чем мертвым. Что там смотришь? Нет, 200 тысяч осталось, я в ахуе. Да, блядь. Гигантский хуй, блядь. После того, как убиваем элементаля, есть возможность где-нибудь ману взять? Да хули ты меня купил, блядь? Лол, жрёшь, что, всё, что у меня осталось пища, и на БР не хватало, и я остался бесполезным. Так экономь БР. Экономь ману. Не кастуй вне лужи. Вот, этот я не знал, вне лужи не буду кастовать. Блять, как этот, ну, бля... Срез что, не рассказывал тактику? Там же черная лужа ставится. Повышать, я сказал он... сразу, вне лужи не бьем. Заходим в лужу, у вас порезает, порезает расход маны. Это ключевые слова были для понимания. Я же не знаю, насколько. Я на перебежках не кастовал, я на перебежках кидал рой насекомых и звездный огонь. Но думал, не так. Не надо юзать ничего. Все, теперь понял, только в лужу черной кастует. Не тыкай доты, здесь мана не резается, здесь ее экономят. У тебя лапка должна висеть, забой ты ее два там раза обновишь, и все. Этот огонь. Хотя женька там дичь какая-то происходит. Да у меня там жена Купленова этого смотрит. Орел там чипанут. Угарный тип. Он да, он базара нет. Да я просто с микрофона это, блядь. Кнопки меня бесит. Я либо выключаю вообще, либо. Что, вы все? Ну я все. Значит, я готов врываться в стройку. Лока нету, а где он? Висит. Или даже конкрет. Короче, я пороги буду истерию давать. Просто по... Ну вообще надо по ханту, потому что у него урон увеличен. Да вот. Нахуй тебе этот хант, блять, ничего у него там не увеличено. Ты, да, ты кидай руги этот, вначале можешь ханту дать, когда еще ничего да, не происходит. Смотри, вот чистая математика, блять. Рога друг ДК. Ты кидаешь по роге всегда. Ханты идут нахуй, потому что у них на пул 3 секунды. Он за 3 секунды тебе агро не апнет вообще никак. А у роги на пул 6 секунд, символом 10. По роге всегда кидается истерия. Ханты идут нахер просто. Ну, если ладно. Они не 100 тысяч дают, блять, конечно. Ну, хант, иди нахер. Все, это стоп, ну, это математика. Это, блядь, давно все знают. Чистый хант. Хант такой, мы.
Приличек? Че, лоб пришел, пришел, лоб. Че ты там ебать? Да-да. Хороший символ, я бы тоже поставил. Да нахуй надо. В чем и нет? Символ черепа. Не апает ДПС, все нахуй. Ну, чё закон там? ДД. Все, пуля. Все, пулять. Ну все. Да, это победный уже должен быть, хватит. Кто сейчас на сокрушении сдохнет, блядь, тот пиздец, Киркоров, нахуй, или даже хуже. Еще чуть-чуть отвели, а потом два шага вперед. Еще, еще. Во, все, давай, два шага вперед. Все, молодец. Там доспех поменял. Зачем? Да. У меня тут идея одна возникла. Чтоб машины убийств в танке прохало. Чтоб хуйня, я, короче, критовал. Хуйня, да? Угу. ТЛПшек просто критовал. Может тогда агро будет, не? Тебе меткость танка вместо 2 уклонения. У меня 10% меткости сейчас. Это мало? Мало? Это нормально. Вот. Считаю, что даже много. О, заебись. Тебе на ЛПшку надо 17. Да? Магии у меня 15% магии сейчас. Ну вот, как раз два таланта перекинешь. А сова же в рейде. Сова 3% дает. Ну вот, 15 плюс 3, 18. А чё с меткой, кто там дурак такой у нас? Буксол. Yeah. Нормально, ложимся. Это не выводит. Буксол, на тебя метка до этого не кидалась. Ты не знаешь, что с меткой делать? Кидалась, я выходил. У меня просто сейчас не заносило ее. Ну хули, над головой крестик висит, но так-то не заносило. Ну не крестик, я не смотрю, у меня пишется прям, что надо мной. Так, а ты смотри. Агро и метка. Ты смотри на голову своего персонажа, там же вешается метка. Как так? Ну, я не знаю, у вас что, экран 3 на 3 метра, что ли, или что? Как так, блядь, головой вот так смотришь? Ну, реально, ребята, ну, блядь, пиздец. Ну, давайте я с вами побегу, посмотрю, да как оно вешается. Это залупа будет. Вот, это до первой метки пробегаю, посмотрю, пока он там орёт, не орёт. Я вот не знаю, вот, знаешь, там, когда целка выйдет и надо будет лан убить, пол сервера, ну не знаю, пол сервера, 90% на сервере, у них не стоят панели, этот, фреймы рейда. О, это, а как выбрать, а я не могу выбрать, а надо укусить, укус передать, и там будут люди тупить, блядь. А на ком есть укус, а на ком нету, блядь. А я вуду поставил, и вообще мозг не парю, ну, то, что и релить приходится. Смотришь на вуду, поменялся цвет панельки, значит человек укущенный, блядь, ты его хуй укусишь. Ну как ты вампира укусишь, он, блядь, чё, ещё раз вампира? А, какой там вуду, там же просто, он вырастает и красный становится рядом с тобой. А, ебать, это из разряда я не смотрю на голову персонажа. Бля, ну я вообще без ДБМа всю жизнь играю, нахуй. Всё боссы анонсят, вообще всё. Боссы анонсят, да. Вот единственное только на, блядь, сложно нахуй мне было без ДБМа в Карри Гер и в этом, и в ZS, а нет, в Вока Гер, и на этой, блядь, на пизде этой последней, на Джайне, тоже, конечно, сложновато, но потом я привык. На Джайне, конечно, у меня особенно эти, блядь, то же самое, фаза. Ставишь вуду, на вуду, это, открываешь дебаф, нажимаешь свое, нажимаешь метка безликого с большой буквы. Хуяришь, блядь, цвет какой тебе нравится, звук какой тебе нравится, ставишь, бум, блядь, увидел метка, убежал. Вот вы так сдыхаете, один, два, там, ладно, резнули, потом опять один, два, сдохли, а потом вместо РДД летит в милизону, и вайп после саранитого стража, потому что он настакал 20 стаков на это, увеличение дамага от тьмы по всему рейду. И вот так мы веселимся, сидим. После Элема вообще никак нельзя ловить. Вы лучше не докастуете чего-нибудь.
Потому что если вы умрете, вы повайпаете миликов, танков и хилов. Ты чё? Умирать нельзя, нельзя. Топлюсь. Где там нечаянно? Похуя, даже на танк, наверное, ничего не падает, да? Ну там треть рейда должна быть на РНЖ. Минимум 3 человека. Ничего, танки даже. А ну плащ бесполезно. Защиты парирования, медленности. Ну, в принципе, один. Топовый я заберу, наверное. Ну, забирай. Это, чё? Чё там? Сова. Бля, кто отходит постоянно, ребята? Ебаный в рот. Время 10 часов вечера, я через час планирую спать. Максимум полтора. Хуя мы тут сидим уже. Зашел на два босса. Ну, ты зашел на ласт. Не знаю. Вообще, нечаянно, ну что-то там. Че не получается. А есть рыба на интеллект? Что значит рыба на интеллект? А. Ну, интеллект, который дает прям интеллект. Не, нету. Хуёво. Есть только фласка на интеллект. На 45 вроде. Все вроде сова здесь. А, нет, больше не видел. Вышел. А то смотрю, сидел, пропал. Но здесь это он не вылетал, он здесь сидит. Блять, можно было уже столько БГ выиграть. А вот все, да. Зашел. Столько были, например, ни одного. Да ну нахуй. Все, готово, погнали. Не знаю, у меня, короче, какой-то новый ДГМ, но он ни хера там не анонсит. Это, а лужу в одну цель нормально агро дает или хуйня? Хуёво. Так все. Да, я буду нажимать. Сам ты упорный, аккуратно. Метка, метка, метка. Молодец. Yeah.
Лок раскол есть? Лок, раскол есть? Блядь, сейчас я попробую что-нибудь тут набрать. Нет. Лок в 10 там, нет? Да. Ты раскол тыкни сейчас. Или что, или КД у тебя? Ну, вроде и это, у него снизилось агро. Было 80, стало 70. Нет. Сейчас будет или... Ну классно, блядь. Сбили каст. Можно ложиться. Вы чё, блядь? Женёк, чё там? Каст был, что ли? Ну, блядь, нет, конечно. Охуеть вообще, ребята, блядь, охуеть вам. Блядь. Он же светится, блин, как ночная ёлка. На Новый год. Ёбаный покос, блядь.